И снова здравствуйте, всем привет. Итак, сделал я вот персонаж Бабулита из Тайны Коко. Вот так она выглядит. Ну, опять же, попробовал сделать именно как получится. Ну, по референсам как таковых вроде нет. Ну, вот что-то в таком духе получилось. Прическу, кстати, лучше сделать, наверное, более реалистичную. Я ее так просто набросал, без всяких бантиков, переплетов. Так, что тут еще имеется? Имеется к ней анимация. Вот так выглядит анимация. Также с этим персонажем можно дорабатывать рик миксамовский. По прошлым роликам можно добавлять косточки для анимации лица, сделать здесь еще какие-то изменения с одеждой, можно симуляцию сделать платье и вот этого сарафана. Так, что еще? Ну, давайте рассмотрим вариант, именно где просто набор без костей. Итак, это вот первый вариант такой. Значит, что здесь присутствует платье, потом присутствует фартук. И вот в таком варианте выглядит Бабулита. Итак, ссылка будет на скачивание на этого персонажа в описании. Это вот как экспериментальная модель. Я потом переделывал платье, переделывал вот этот фартук. Так, ну можно сделать реалистичную прическу, кое-где вставить кости, вот если лицевые кости вставить, то можно изменять персонажа, где-то можно подтянуть, ну, допустим, вот скулы побольше сделать, где-то вот глазами чуть-чуть заняться, скулы вытянуть, уши чуть побольше. Тип лица у бабули этой квадратный. Ну вот сбоку, в принципе, где-то выглядит все вот так. Нос у нее прямой. Челюсть можно еще сделать побольше, поквадратней. Ну вот что-то в таком духе. Но это уже как бы конечный вариант. Ссылка, повторюсь, будет в описании под роликом. Если кому-то интересно поработать с этим персонажем, где-то попеределать, где-то что-то добавить, пожалуйста, качайте. Ну, вот такой вот результат. Все, всем пока, до свидания.